Известный бренд изделий из меха «Елена Фурс» в Сыктывкаре в торговом центре «Июнь». Актуальные новинки, выгодные условия покупки. Выставка работает до 2 октября. Подробности у Ольги Коняевой. Самое время утеплиться к зимнему сезону. Шубки и жилеты от бренда с 30-летней историей «Елена Фурс» согреют в зимнюю стужу и порадуют ценителей меха стильным внешним видом и отменным качеством. Очень классные модели, много разных цветов, можно подобрать на любой абсолютно фасон. И есть и натуральные, и эко, то есть для... Мне кажется, для любой девушки подойдет. Меховые изделия «Елена Фурс» создают по европейским стандартам на собственных фабриках в России, Греции и Италии по эскизам лучших российских и зарубежных модельеров. Технологии пошива и обработки меха самые современные. «Елена Фурс» – это полный цикл производства. От закупки на мировых пушных аукционах, минуя посредников, и до поставки в собственную розничную сеть, благодаря чему наценка минимальная. Мы представляем меха из российской, европейской норки. Также пушнина – это лиса и енот. Есть каракуль. И новиночка этого сезона – эко-мех. Мы работаем в ТРЦ «Июнь» с 10 до 10 до 2 октября. Приходите к нам за шубкой. Когда зима господствует с октября по апрель, шуба – не каприз, а необходимость, убеждены в компании. Поэтому «Елена Фурс» делает изделия из натурального меха доступными для своих покупательниц. Акция по рассрочке дает возможность купить меховое изделие на выгодных условиях.